Добрый вечер. Меня зовут наконечно Софья, это Каменка Юлия. У нас грид, всего 30 минут работы, 7 треков, будет 2 двухминутных челленджа, 1 табата. У вас будет через тренировки подниматься ЧСС, это нормально. Это высокоинтенсивная интервальная работа. Вам понадобится примерно столько расстояния вот от меня до Юли. И вперед, так как будут прыжки в сторону, отжимания, вы можете взять коврик, можете работать просто от пола. Ну что, я думаю, нам можно никого не ждать. Итак, у нас 4 минуты уже, все, кто хотел присоединиться, у нас тут очень жарко. И мы начинаем. Легкий бег на месте. Очень хорошая музыка, это наша разминка. Итак, мы меняем движение. Захлёст. Пятки к ягодицам. Пока все очень легко и хорошо. Колени мягкие. Дыхание не должно сбиваться. И у нас третье упражнение. Высокое поднимание бедра. Почти. Да, вот. Постановка ног, шагнул касание в сторону, держите стопы широко. Я не выхожу из камеры. Остались, вверхте, приседание, упор, планка, наверх, крестик, упор, планка, подъем. Сильный пресс, точка. Внимание, добавляем с утра. В сторону. Другую. Быстро. Еще быстрее. Следующее упражнение. Прыжок вперед, высокое поднимание назад. Вот. Следующее упор лежа. Вместе под плечами отжимания. Сильный пресс. Толкайтесь руками от пола. Опция. Не будем ее делать. Колени. И далее у нас 2 минуты, 3 упражнения. Ваша задача сделать как можно больше повторений этих 3 упражнений. Итак, первое. Отжимание. Жим. Отжимание. Так. Второе. 2 прыжка с касанием. И третье. Шампанч. 5, 4, 3, 2, 1. Отлично!
время. Жима, рука к плечу. Под шаг, касание. Вверх. Все хорошо? Остается совсем немного. Передаю всю власть. Разнялись. Сейчас самое интересное. Пирамида. Что? У нас есть 4 упражнения по 25 секунд. Будем прибавлять по одному, затем убирать. Первое. Первое упражнение. 25 секунд. О май гад. Опуститесь в идеальную планку через приступ. Это ваш тверки. Опция без тачам. Сразу серфер. Стоп. Это солнце. Упражнение номер 2. Прыжок в сторону. Размялись, давай заново. Все хорошо. Сейчас мы делаем второе упражнение, также 25 секунд. Это прыжки в сторону. Не против повторить, да? У нас даже упражнение было. Стоп. Добавим второе. Пора. Прыжок в сторону. 4 спринт, 4 колена. Окей? Это крит кардио. Это скорость. Начинаем с первого. Снова бёрпи. Стоп. Готовы? Бёрпи! Оу!
больше. Получите наслаждение от этого движения. Если у вас получается, вы самый крутой сегодня. Да? Сразу? Ну, все? О, нет. Собираем все вместе. Супер. Включите руки в работу. И добавьте скорость. Это грим каждую. Оу. Уже все? Я, наверное, уже. Скала. Оу. Сильнее надавите руками в пол. Наш следующий урок. Что произошло опять? Отключите Bluetooth. Я с тобой. Я с тобой. Мы с вами. Стоп. Движение номер 4. Прикольное. Самое классное. Касание, прыжок вперед, спид-джек, бак, назад, окей? Okay. Это четвертое. Five, это вершина four, пирамиды. Three, первое. Two, четвертый. Это последний раз на сегодня, когда мы делаем это. Поэтому скорость, вызов сами себе и нам. Мы чувствуем, что кто-то тренируется. И вот их много. Юрий. И спринт. Быстрая работа руками. Сильно напрягите пресс, подключите руки в работу. Чем быстрее будут работать руки, тем быстрее. Чем быстрее вы получите пиццу! Пиццу, да, мы все здесь за еду. Го-го-го! Скалолаз. Все, половина. Это вершина пирамиды. Это ваш личный Эверест. Попробуйте ускориться. Сильно напрягите пресс. И добавьте скорость в работу колени. Ой, не тот ракурс выбрала. Никого это не показывает. Финальное. Помним? Прыжок вперед. Go. Вперед. Касание. Jump. Спид-джек. Yep. Длинный прыжок вперед. Здесь попробуйте остаться внизу. Это финальные 25 секунд. Yep. Oh, yep. Three, two, one. Итак, если я еще жива, спускаемся вниз. Раз, три. Упражнение. Ага. Four, three, и прыжок вперед. Два джека. Здесь. Работайте так же интенсивно. Собираемся. Снижается количество. Или снижается интенсивность упражнения. Прыжок вперед, разжека назад. Касание, не забывайте. Сильно. Прыжок. Вперед. Далеко. Сильнее. Порвите ваши ноги. Оттолкнитесь. И вот только сейчас. Ну что, оставим только два упражнения. Mountain climber, jump, jack. Какое первое упражнение? Лежа. Mountain climber. Four, three,
two, one. Сильный пресс. Локти мягкие. Колени притягивайте к груди. Не затянайте высоко, так, Юля, ты можешь? Отлично. Еще чуть-чуть. Three, two, отлично. Джамп. Вперед. Два джека. Касание. Оп. Я думаю, вы освободили место в квартире. Вперед. Раз, два. Вниз. Вперед. Раз, два. Отлично. Оп. Сели колени широко. Three, two, one. Ну что, база пирамиды. Последнее упражнение. Последние 25 секунд. Вы готовы? Стопы. Широко. Касание. И джамп вперед. Один. Оп! Уу! Плюсы тренировок на улице. Three, и заключительный! Я вас поздравляю! Было отлично! Это один из самых долгих треков нашего короткого релиза. Глоток воды. Ну что ж, табата. Один из самых популярных методов тренировки. 20 секунд работы, 10 секунд отдыха. И у нас 8 раундов. Только 2 упражнения. Первое. Ноги широко. Шаттл, касание. Касание. Вы готовы? Место вправо-влево. Юля, вышли из кадра. Совсем вышли. Чуть короче. Держите ноги одинаково широко. Да? Широко. Включайте ваши бедра. Три, два, отдых 10 секунд. Дышим. Второе упражнение. Латорал. Три, два, один. В сторону. Вернулись. Помогайте себе руками. Сильные ноги. Одновременно толкайтесь двумя ногами от пола. Одновременно. Присед. На две ноги симметрично. Держите темп. Каждый раунд. Один и тот же темп. Отдых. И мы снова вернулись к шаттлу. Касание. Гоу. Вниз. Сильный пресс. Колени все время мягкие. Раз назад. Угол в коленях. Можно, да? Чуть наискосок, как позволяет ваша комната. 10 секунд. Рест. Прыжки в сторону. Готовы? Ноги. Выпрыгивайте выше, чтобы хорошо включить работу ноги. Чем ниже приходите, тем выше будет топить. Да, Юля? Отлично. Три, два, один. Тайм. Еще много. Три, знаем упражнение. Two, one. Работаем на технику. Постарайтесь почувствовать максимально ваши бедра. Держатем. Касание одновременно двумя руками. Таз назад. Спина прямая. Три, два, время. Ты показываешь, что я очень широко делаю. Три, два, один. Выше. Чтобы меня не было видно. Верхнюю камеру тоже.
как работать друг на друга. Три, два, один. Давай. Отлично. Только широко. Табата продолжается. Новые два движения. Такая же структура 20-10. Первое. Power burpee. Присед. Планка. И присед. Все время внизу. Начинаем с планки. 20 секунд. Go! Здесь. Ставьте ноги широко. Таз низко. Опускаемся в идеальную планку. Таз вниз. Длинная ровная спина. Опция. Можно шагать ногами. Без прыжка. Второго не хватает. Второе движение. Терпи. Два. Опция без прыжка. То есть присед, планка и встать. Go, go. 20 секунд. Это табата. 3, 2, 1. Стоп. Power burpee. Помним. Помним. 3, 2, 1. Внизу. Всегда внизу. Момент, когда вы входите в приседание. Поднимите вверх грудь. Сильно напрягите пресс и посмотрите на нас. Я надеюсь, вам так же хорошо, как и нам. Three, yes. Two, one. Стоп. Верпи. Кешком. Это трек. Load and explode. Первым движением. Мы загружаем ноги для того, чтобы во втором это прямое движение было выше. Three, two, one. Стоп. Половина есть. Еще две пары. Power burpee. Вниз. Three, вниз. Two, one. Yeah. Теперь, когда вы все знаете и все умеете, фокус на быстрый возврат ног. Присед, назад и сразу вперед. Оттолкнитесь от пола, чтобы выйти в вертикальное положение. Как дела, команда? Вы же с нами. Три, два, финальный раунд. Три, два, Power. One. Да. Поднимитесь. Покажите мне свой слабый взгляд. Воу. О, да. Это грид. Три, два, один. Финал. Самого горячего трека релиза. Верти джамп. Сейчас самое время добавить скорость.
бросить себе вызов. Сейчас. Мы с вами. Есть аплодисменты вам. А это еще не все. Возвращаемся к началу. Да? Начнем тренировку заново. Ага. Так, мы начали третий трек. Одна комбинация. Отжимания. Два прыжка. Баланч. Есть? Две минуты. Five, four, three, two, one. Помним все опции. Можно отжиматься с колен. Без проблем. На ланч. Можно менять по одной ноге. Вы работаете в своем темпе. Вы все уже знаете. Но этот темп ваш максимальный темп. Окей? Это греет. Это пульс. Выше потолка. Максимально возможное количество этой комбинации. Как будто я издеваюсь, да? Окей, я с вами. На самом деле я здесь, чтобы поддерживать вас. Стой, посмотри, там все работают. Если остались силы, а я знаю, что остались, вот здесь, вот, остались здесь. Ах, я не знаю, что это такое. До конца трека поезд. 35 минут. Я надеюсь, вы сделали больше раз. 20 секунд. От чего? Надо это повторить. Я думаю, стоит взять коврики. Если есть коврики, берем. Финальный трек. Core Challenge. Он такой же челлендж, как и все челленджи. Такой же рабочий трек. Ложимся на спину. Ноги в диагональ. Кросс-кросс. Кросс-кросс. Вперед. И вверх. Пам. И вытянуться. Опция. Согнутые колени. Ноги оставляем в пол. Или здесь. Это что, горы? Сильный пресс. Тяните плечо к колену. Плоский живот. Красивое тело. Это все у вас. После грид кардио вместе с кроком фитнес. Только кросс-кролл. Оп, оп, только здесь. Плечо к колену. Помним про опцию, без проблем. Еще два. Стоп, перекат. Планка. Идем ко мне лицом. Колени или прямые ноги. Правая рука, левая нога. Левая рука, правая. До конца. Это финальное движение. Финальное упражнение в тренировке. Без проблем можно с колен. Не люблю тебя, Костя. Люблю спортсменов наших. Нет.
один. Еще один. Далее. Мой любимый трек. Самопроизвольно упасть. Дать пять друг другу. Если вас поддерживали, если вы занимались дома, втроем, вдвоем. Если нет, то с нами. Это был грид кардио. Ну, мы прощаемся на сегодня. Идем останавливаться. Сон, еда.